На территории Казанского федерального университета состоялась встреча министра по делам молодежи Республики Татарстан с представителями казанского студенчества. Основной темой встречи стало трудоустройство. В своем интервью Дамир Фатахов обратил внимание на запрос сегодняшних студентов о временном трудоустройстве. Наша задача послушать ребят, вот какой это портрет того молодого человека, который хочет в свободное время найти работу. Соответственно, после этого мы хотим встретиться с малым, средним бизнесом. Мы вот этот портрет хотим собрать и попробовать поженить спрос и предложение, если рынок по каким-то причинам это пока не сделал сам. После проведенной встречи министр по делам молодежи Республики Татарстан посетил Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций, где познакомился с медиа-центром КФУ и возможностями телеканала «Универ ТВ». Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, «Универ Ньюс».